Ежедневно в нашем городе производится уборка и облагораживание улиц работниками коммунальных служб. Однако вопрос о санитарном состоянии города все еще стоит на первом месте. По поручению руководства муниципалитета коммунальная служба провела рейдовое мероприятие совместно с представителями служб, отвечающих за жизнеобеспечение города, а также были привлечены сотрудники полиции. Основная цель коммунальщиков – разъяснить горожанам о необходимости своевременной выплаты за вывоз и утилизацию бытовых отходов. Первое рейдовое мероприятие было проведено 25 июля на территории железнодорожного вокзала, где расположено большое количество торговых точек и объектов общественного питания. Сегодня идет разъяснительная работа, что за вывоз бытовых отходов нужно платить процентов 70-80. За вывоз бытовых отходов не оплачивается ни коммерческими структурами, ни физическими лицами. Мы хотим качественно работать, ну, также мы хотим людям объяснить, что за эту работу надо платить. Потому что мы самое грязное убираем с их территории. Помимо проведения разъяснительной работы, целью мероприятия также явилось выявление неплательщиков. И как отметили представители коммунальной службы, в основном это лица, занимающиеся мелким предпринимательством. И как бы странно это ни звучало, со стороны горожан наблюдается равнодушное отношение к поддержанию порядка на улицах Хасавюрта, обозначили специалисты. Чистоту все хотят в городе, а платить мало кто хочет. У нас 48% сборы, мы стараемся, значит, увеличивать процент. Вот, сбору, чтобы охватить побольше абонентов, чтобы очистить город от мусора. По словам работников коммунальных служб, данные рейды будут проводиться ежедневно. Охвату подлежит весь город. И как они надеются, проделываемая работа поможет навести чистоту и порядок. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».